подстать, учителем надо будет родиться, и только после этого стать. В учителе мудрость талантливо-дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель — профессия дальнего действия, самая главная на земле. Сегодня на линейке присутствуют ребята, которые в этом году закончат школу. Это наши 11-классники. Это те ребята, которые 10 лет назад, как и вы, дорогие первоклассники, сейчас пришли в первый раз в первый класс. Для наших 11-классников этот день знаний запомнится надолго. Мы с удовольствием передаем слово 11-классникам. А за нею надежда, лишь удача и счастье всех в будущем ждет. В сентябре в нашей школе, как и прежде, начинается новый учебный год. Собирается вместе каждый класс. Повзрослели друзья, изменились мы сами. Все, что летом случилось, с тобою, у нас, пересказывать будем друг другу часами. Мы за лето отдохнули и немного подросли. И сегодня на линейку в нашу школу мы пришли. Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье. Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе. Мы сегодня очень рады встретить всех учителей. И спешим опять за парты заниматься поскорей. 10 лет назад сюда пришли учиться первый раз. Быстро шли учебный год. Выпускной теперь мы класс. Нас печалит расставание все сильнее с каждым днем. Если разрешат остаться, мы из школы не уйдем. Мы полны своим стремлением к свету, радостной мечте, к новым знаниям и умениям. К этой высшей высоте, эту школу, эти классы, эти школьные деньги пусть когда-нибудь прославят грешные ученики. Пусть они в полете гордо свои крылья распятят, свои лучшие рекорды нашей школе посвятят. Пусть летят они по свету, добрые, грамотные концы. Школьных дней чудес и нету. Школа, мы твои сердцы. Дорогие первоклассники, сегодня школа первый раз вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Здесь вас научат множеству премудрости, решать задачи, правильно писать, научат не бояться трудностей и книги добрые читать. Сам за собой следить научится, портфель собрать, косички заплести. Мы верим, все у вас получится. Так добрый час, счастливого пути! Yeah.
Настя, видишь? Настя, Настя, иди, Маша. Трудно детей своих воспитать. Многое нужно для этого знать. Родители, мы хотим пожелать детям всегда во всем помогать. Школу и краеведом разобрать, на путствие доброе вовремя дать, умную книжку успеть прочитать, а выходные не забыть погулять. Нужно выбрать друга и брата, но с детства всем твердо надо знать. Маму и папу нельзя влиять. Дорогие дети, дорогие первоклассники, слушай внимательно, потому что сейчас к вам обратится женщина. Для всех нас это слово святое. Мама, положила ребенка, воспитала, не досыпала ночами, а сегодня привела свою кровиночку в первый класс, чтобы благословить. Каждое материнское сердце радуется успехом своего ребенка. Вам слово, дорогие Дергунова Ирина Васильевна и Смирячинский Сергей Анатольевич. Все. Детки, обращается к вам мама, первоклассники, слушаем напутствие. Дорогие наши дети, сегодня вы ступаете на тропинку, которая приведет вас в страну знаний. По доброму старинному обычаю мы благословляем вас, дети, хлебом с солью. И пусть он бережет вас все ваши школьные годы. И тогда я говорил, лето провожая, отдыхайте, загорайте, книжки разные читайте, обо мне не забывайте. Вот теперь звоню опять, чтобы в школу вас позвать, год учебный начинать, снова знания вбирать, всем-всем отлично учиться, бегать, веселиться. Всем спасибо, что пришли и улыбки принесли, море ароматов. Здравствуйте, ребята! Снова школьный звонок нас зовет на улицу.